Ограничение по возрасту 12+. Ленар, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Хороший сегодня денек выдался. Летний, солнечный. Как вы вообще относитесь к солнечной теплой погоде? Я очень люблю солнечную. Самое главное, солнечную погоду. Очень люблю лето. Жалко, конечно, что в Москве оно очень короткое. Я же родился все-таки на юге, так скажем, где солнца очень много, поэтому я очень люблю лето. А зависит ли ваше настроение от погоды? Несомненно, и очень сильно. Дождливую погоду, и руки опускаются, и работа не складывается, порой и настроение падает, поэтому без сомнений. Понятно, ну вы человек творческий, видимо, из-за этого. Может быть, да, может быть. Скорее всего, это так. Открывали ли вы купальный сезон в этом году? Ну, это вообще яркое событие в этом году в моей жизни. Буквально недавно вернулся из Сочи вместе с семьей. Ездили, очень хорошо отдохнули, накупались, немного впитали в себя южного солнца, соленого воздуха. И вот вновь и вновь с головой в омут работы, творчества, так сказать. Ну, это отлично тогда. Как вы пришли к музыке? К музыке я пришел в детстве. Мой старший брат любил играть на гитаре. Ну, попросил, чтобы он меня научил чему-то, ну и так далее. Затем пришлось освоить самому нотную грамоту. Ну, в общем, развивался. Впоследствии, конечно, меня и взяли в эстрадно-цирковой колледж в Ташкенте. По классу гитары, по классу бас-гитары. Поэтому, ну, с самого детства мне нравилась музыка, хотя и долгое время занимался цирком, у нас был хороший дворец культуры. Я начинал вообще-то там с клоунад, жонглирование и так далее. Ну и постепенно мы перешли к музыке, с друзьями собрались. Первая группа собралась, где я играл долгое время на бас-гитаре. Затем после службы в армии я уже определился, поступил в Ташкентский эстрадно-цирковой колледж по классу гитары и бас-гитары. Ну и вот так вот пришел к тому, что сейчас занимаюсь творчеством и студией и так далее. А где вы учились? Учился, вот я в эстрадно-цирковом колледже, увы, в музыкальной школе я не отучился, так как, ну, по-разному жизнь складывается, но приятно то, что меня взяли именно сразу в среднеспециальное учебное заведение, ориентированное именно к музыке, Ташкентский эстрадно-цирковой колледж по классу гитары и бас-гитары. Вот именно там я учился уже азам музыки, так скажем. Ну, зачастую занимался самообразованием, так скажем, до колледжа. Изучал нотную грамоту, цифровки и так далее. Практически полностью сам осваивал гитару по самоучителям. Точнее, уже переходим к песне под названием «Где тебя найти?». Что вы можете рассказать про эту историю? Песню написал композитор Александр Ермолов, слова Вадима Борисова. Ну вот мне понравилась эта песня после знакомства моего с Ермоловым Александром. И мы решили ее сделать. Ну, очень хорошая аранжировка получилась. Пытались ее сделать как-то ближе к русскому року. Ну, хорошая песня, осенняя. Правда, немного грустная. Хорошо, тогда слушаем. Желтый листопад укрывается, и кружат в холодном небе птицы. Прогорев дотла, твоя любовь прошла, и она уже
не возвратиться. В сумерках души боль не заглушить. Я не знал, что в жизни есть такое. Брошенный назад ее последний взгляд навсегда меня лишил покоя. Но где мне тебя найти? Где твоя любовь? Куда умчалась? Всю жизнь я в поисках пути. И это все, что мне теперь осталось. В пустоту сердце гулкий стук, и дрожали слезы на ресницах. Дым ночных костров сильнее всяких слов. Скажешь, что в душе моей творится. Но где мне тебя найти? Твоя любовь куда умчалась? Всю жизнь я в поисках пути. И это все, что мне теперь осталось. Ночами снится. Ленар, помните ли вы свой первый концерт? Я помню вообще каждый выход на сцену, неважно там маленькая или большая, для меня не то что стресс, для меня это событие, так скажем. Ну, наверное, наверняка это для каждого артиста, для каждого исполнителя это событие, поэтому я практически помню каждый выход на большую сцену, будь то Юрмала Шансон в Дзинкере в 2013 году, где я просто получил колоссальное удовольствие. Продолжай, они нарежут, не переживай. Да. Получил колоссальное удовольствие. И в 2014 году, когда выходил на сцену фестиваля Геленджик Транзит, Геленджик, я не помню уже название фестиваля, в 2014 году он проходил в Геленджике, яркое событие, в 2014. Первый концерт. Даже не первый концерт не могу вспомнить. Я помню первый выход на сцену. Это было еще в далеком 92-м, даже 92-м или 91-м году с бас-гитарой. Живой коллектив у нас тогда еще был. Мы, правда, его потом в записи пересматривали, этот концерт. И
пересматривали на ускоренной перемоточке, так скажем, и немного посмеялись. Ну, вот и тут, наверное, первый выход музыкальной ипостаси на сцену, будучи еще молодыми людьми, так скажем, со своей тогда группой. Ну, а самый первый выход на сцену в качестве жонглера эстрадно-циркового коллектива «Радуга», я помню до мгновения, потому что я в этот день от переполнения эмоций растерял все шарики, которыми я должен был жонглировать. После этого меня очень сильно наказали. Почему? Потому что потеря реквизита на сцене — это чревато последствиями. Вот так вот. Очень интересно. Слушаем далее песню «Здравствуй и прощай». Что вы можете про нее рассказать? Ну, это вообще песня такая, история. Мы готовились, мы попали в огромный проект в 2003 году. Проект назывался «Продюсерская зона». Там все было по-взрослому. Видеотрансляция, даже не видеотрансляция, а видеозапись. Тогда это еще канал М1, Трансвальд Парк, все было так очень круто. И нам надо было найти песню. Нам принесли текст, знакомая девушка, мы обработали уже, сделали, так скажем, песенным текстом. Очень сильно переживали этот текст. До сих пор мне нравится эта песня, и многие люди ее до сих пор слушают, до сих пор скачивают в интернете. Ну, в общем, очень хорошая песня, песня-история, берущая за душу. На этом фестивале, когда мы привезли эту песню, на этом конкурсе, после исполнения были люди, которые просто плакали. Поэтому, очень хорошая песня, мне она нравится. Я надеюсь, что понравится всем. Друзья, слушаем, после вернемся. Радость не познать, остались в прошлом уж давно. Тепло и нежность лучших лет, не отыскать забытый след. Все это было как в кино. И больше некого винить,
за все слезы и обиды, за упреки те, что вы Разложилась, так судьба стала быть. Она права. Ленар, а есть ли у вас талисман? Нет, талисмана как такового нет. Я даже не знаю, под этим словом можно что-либо подразумевать. Ну, скорее всего, нет, талисмана. Нет, такого точно нет. Как к вам приходит муза? Порой она так и не доходит до меня. Поэтому я даже не знаю, что сказать. Бывает, что она вроде вот где-то рядом, и вот-вот постучит в дверь, а вот ты уже слышишь, как уходящие шаги куда-то далеко. И порой происходит так, а порой вот бывают проекты, бывают песни, которые пришли буквально там за полчаса, ты уже видишь эту песню, сделал демо, и вот работаешь над ней. Бывает так, что пошла песня, вроде муза пришла, но затем какой-то там стопор. Нужно переждать какое-то время, чтобы вновь прийти к этому проекту, так скажем. Так, хорошо, тогда переходим к следующему вопросу. Какой из дней в вашей жизни был самый необычный, самый запоминающийся? Самый необычный, самый запоминающийся. Да таких дней было много, но, наверное, наверняка это рождение старшего сына, так сказать. Он запомнился, почему? Потому что я в этот день переволновался, был стресс. Мы затем с друзьями очень бурно отмечали рождение сына. Вот так вот, так скажем, это, наверное, самое яркое событие. Когда и где у вас ближайшие концерты, выступления? Ну, пока вот мы готовимся к фестивалю
памяти Михаила Блатова. Пока вот как бы ориентируемся на него. Ну и надеюсь, что в ближайшее время получится выступить где-нибудь совместно с Натальей Мухамедовой. Периодически работаю. Вот. Ну, наверное, пока вот все. Пока так. Хорошо. Тогда переходим к композиции «Потолок ледяной». Что вы можете про нее рассказать? Мне просто эта песня давным-давно нравилась. Ну, очень сильно, так скажем. Поэтому решил ее спеть. Мы записали ее на студии. Мне понравился вообще материал тоже. Я думаю, неплохо она получилась, так скажем, на мой взгляд. Но тем не менее, конечно, на суд зрителей, на суд слушателей, так скажем. Хорошо, переходим к песне, а после вернемся. У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила березовой годушке. Она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над речками мосты. Шершавой стеной тьма колючая, ты пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Ходила на охоту, хранила серебро, сажала тонкий месяц в хрустальное ведро. Деревьям шубы шила, царила санный путь, а после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. Ленар, как можно с вами пообщаться, встретиться, написать, может? Я, так скажем, активно присутствую во всех соцсетях, будь то ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, в мейле, в моем мире. Ну и, конечно же, мои песни представлены на портале Real Music. Реклама разрешена. Да, конечно. Так скажем, это пускай будет небольшая реклама для Real Music. На портале «Неизвестный гений». Везде можно будет пообщаться в свободном доступе практически. И можно найти телефон, номер телефона. Поэтому меня найти легко. Конечно, есть свой канал на YouTube. Ну, там в основном представлены все выступления, которые были когда-либо. Выступления на фестивалях, на конкурсах и так далее. Ну так вот, меня можно найти.
Друзья, прямо сейчас вы видите ссылку на страницу Ленара на своих экранах. Ленар, можно ли заказать ваше выступление? Если да, то как? Есть ссылки, есть мейл. Меня можно найти в интернет-пространстве. Номер телефона можно найти также в интернете. Все доступно. Созваниваемся, списываемся, встречаемся. Буду рад выступить на любых площадках, на любых мероприятиях. Черная машина и черные очки, острые, как слово, у дамы каблучки. Взгляд ее подвластный пугает мужиков, тех, кто для знакомства как-то не готов. Женщина на Ауди смотрится отлично, ей опасная езда, по душе привычно. Говорят, порой нельзя, но дамочка упряма, лучше не перечить ей, а то начнется драма. По ночному городу с ветерком летит дама интересная, за рулем сидит. Набирая скорость, лихо жмет на газ. Правила дорожные, даме не указ. Игривая, знает себе цену, как гадалка наперед видит перемену. Обмануть ее нельзя, это выйдет боком. Попадешься в сети, сам же ненароком. Вдоль неоновых витрин скорость набирая, дама мчит на красный свет, взгляд ты зазывая. Мужики разинув рот тяжело вздыхают, не дано иметь таких, это они знают. По ночному городу с ветерком летит дама интересная, за рулем сидит. Набирая скорость, лихо жмет на газ. Правила дорожные, даме не указ. Ветерком летит дама интересная, за рулем сидит. Набирая скорость, лихо жмет на газ. Правила дорожные, даме не указ. Набирая скорость, лихо жмет на газ. Правила дорожные, даме не указ. Даме не указ. Дорогие друзья, наше общение с Ленаром подходит к завершению. Спасибо вам за то, что вы посетили нас. Новую тему было очень приятно пообщаться и встретиться. Спасибо вам за приглашение. Спасибо вам, спасибо новая тема. Спасибо, новая тема, за приглашение. Если пригласите еще раз, буду, несомненно, рад. Друзья, мы уже вам сообщаем, что в сентябре Ленар придет к нам в программу «Воскресный гость». Обязательно. В аудиоэфир. С вами были Ленар Газиев и Ярослав Гончаров. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы и добавляйтесь к Ленару в соцсети. Всем привет. Телефон рекламной службы «Радио Новая Тема» 8 999 112 4496.